Всем привет! Сегодня у нас 2 августа. Всех ВДВшников с праздником. Ну а мы работаем тут на покосе. Сегодня нам нужно вывести вот это все сено. Вот так. И в этом нам поможет, как обычно, наш ГАЗ-63, который мы не заводили уже почти полгода. Ну, месяца 3. Ничего, с полточка завелся. Так что запустился, грамотно сказать. Ну ладно, все, в общем, сейчас загружаем. Возим и сразу в сток складываем дома. Особо тут такого показывать уж сильно не будем. Ну так, немножко. Так сказать, небольшой отчет о покосе 2019. Весь день по небу летают какие-то самолеты. Они на отдых в Паттайю, наверное, возят кого-то. А я пешком в чистом поле иду, бреду по бурьяну. К погибшим от алкоголя друзьям Ваську и Роману. У меня лежит не один товарищ на одном из тех деревенских кладбищ, где теплый ветерок на овальной фотке песенку поет о паленой водке, себе такую дорогу ребята выбрали сами. Но все же кто-то, ей-богу, их подтолкнул и подставил. Чтоб ни работы, ни дома, чтоб пузырьки да рюмашки, чтоб вместо Васи и Ромы лишь васильки да ромашки. У меня лежит не один товарищ на одном из тех деревенских кладбищ, где теплый ветерок скачет изумленно в синие кресты, помня поименно. Но все слова бесполезны и ничего не исправить. Придется в банке железной букет ромашек поставить. Пускай стоит себе просто, пусть будет самым красивым на деревенском погосте страны с названием Россия. Ну-ка, подбери вот этот, Симон. Затащи его туда подальше.
Вот, повиси, блин. Вот так, масочка, да? Работа кипит. Я же высоко стою. Где? Ну что там, подобрали, все? Нет. А снимай, Машка, спереди, как гантик ей. Куда уйди? Вот еще два волка не прошлись. Еще три. Ну ты волки не ушла. Фу, ну все, два волка собрали, получился вот полный газик, такая вот копна. Осталось у нас еще вот два больших волка тоже здесь, ну а там уже поменьше будет. Ну, я думаю, еще газика 4 будет точно таких. Сена в этом году много. Мишка, ходи, ходи по нему, попрыгай. Сейчас посмотрим, как оно поедет. Фу, ну все, едем до дома. Сухо, сухо. Кучка выше меня. Вот такая вот. Видите? Так, снизу до верха. Вот так вот иду. Как-то сидит кому-то. Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет, их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не студенты,
Ни океи не знают ни ленты, в суши-барах они не бывают, и в соляриях не загорают. У них нет дорогой гарнитуры, наплевать им на эмо-культуру. Не сидят в контактах в онлайнах, они вкалывают на комбайнах. Выпил С2, H5OH, сел на Ниву, рассельмаш на ДТ, Дон 500, Т-150, покормил перед этим поросят. И пошел зять пахать, молотить ячмень. Будет долгим-долгим-долгим твой рабочий день. Но зато ты знаешь, каждый винтик в тракторе внутри. Получаешь за работу в месяц 1003, комбайнеры. Каждый из них был в армии родной, не отмазался никто, что у него там геморрой. Комбайнеры, трактористы, грузчики арбузных фур, эти парни не являются мечтой гламурных дур. И пускай там пидорасы беснуются в Москве, но пока такие пацаны есть у нас в стране. Знают пусть враги, все знают, сучка Кондолиза Райс, никогда отребья натовская не возьмете нас. Выпил С2, H5OH, сел на Ниву, рассельмаш на ДТ, Дон 500, Т-150, покормил перед этим поросят. И пошел зять пахать, молотить ячмень. Ну все, закончили мы с нашим покосом. Все почистили, подгребли, еще ночью сегодня ливень был, пришлось переворачивать, сушить. Но это последний. Короче, получилось у нас 4 вот таких газика, да, полных? Да, 4. Ну, вот этот, наверное, самый полный. Нет? Еще был? Такой же был. Был такой же. Ну, вот таких газик. Ну и стажок там не маленький уже получился. Ну, стажок там у нас прошлогодним сеном. Ну, покажем. Там разгрузим его. И уже готовый вам покажем. Все, теперь потихоньку двигаемся на дома. Выпил С2, H5OH, сел на Ниву, рассельмаш на ДТ, Дон 500, Т-150, покормил перед этим поросят. И пошел зять пахать, молотить ячмень, будет долгим-долгим-долгим твой рабочий день. Эта песня посвящается всем сельским пацанам, волгоградским комбайнерам, трактористам, пастухам. Слава вам! Ну все, сейчас как раз верхушку завершим. Ну он, блин, вот до самого сучка, наверное, будет. Пока не село. А потом сядет будет небольшой стол. Ну все, закончили. Покос 2019. Сложили вот такой стажок. Он Дальяновича мозоли на все руки. Да, так же, как у меня. Еще сейчас сено долбанулся тоже. Этого, блин, вместе с этим баннером он запихивал. В общем, вот такая вот. Такой стажок. Ну тут за 2 года, конечно, получилось. Ну, стажок хороший. Все там меня спрашивают в комментариях, кого мы держим, кого не держим. Держим мы пока кроликов. Ну, вернее, одного. Да шутка. Ну, кроликов держим. Планируем взять сейчас вот в зиму, может, быков возьмем. Корову не знаю. Возьмем, не возьмем, навряд ли. Во-первых, и за ней уход нужен. Таить, тут седым у нас особо некому. А быков, наверное, возьмем. Вот и мы будем кормить. Может, еще какую живность. Ну, и как говорится, покос тоже запускать неохота. А сено, оно есть, пить не просит, стоит оно и стоит. Мы вот прошлогодний стоп там разбирали вверх маленько. Оно буквально 20 сантиметров всего пропало. Дальше вообще отличное сено. А сейчас, я думаю, еще будет лучше. И макушку, видите, какую я сделал. Тут по бокам даже сейчас пропадать особо не будет. Так что вот так. Ну все, вот такое было видео. Такой был покос. В этом году у нас легче он прошел. Хотя и больше сена. Оценивайте, комментируйте, заходите. Плейлист «Будни тракториста», «Моя семья», ну и другие плейлисты. Потому что видео на моем канале много. Если вам какая-то интересная тема, заходите конкретно уже по плейлистам ищите.
про машины, там, про Победу, про Мерсы, там, про все, про Volkswagen, там, про Газика 63-го. Ну, в общем, на нашем канале много техники, так же, как и на Андрюшкином с Мишкой. Ну, в общем, вот так вот. Всем спасибо за внимание и до свидания.